Я, Убеева Лидия Михайловна, приехала из Бурятии, из Байкала, с города Улан-Удэ, учиться в Академии телесно-ориентированных практик коллегу Гудвину. Он учит мануальным приемам работы с грудным отделом, шейным отделом, поясничным отделом, учит делать массажи, руки ставит. Так что, друзья, приезжайте учиться. Получите профессию специальную мануальной терапии и руки поставите и научитесь делать. Я даже не знала, что я могу такие массажные приемы делать, справляться, щелкать, голову на место ставить, позвоночник на место ставить. Ну, траст, щелкать могу, уже научилась. До новых встреч. Приезжайте к коллегу Гудвину в Москву, учитесь. Будьте лучшими массажистками-мануальщиками.